Всем привет и добро пожаловать на канал Тактика Победы. С вами по-прежнему Макс, и мы продолжаем играть в нашу любимую игру Crusader Kings 2. В прошлой серии мы начали выбирать себе невесту, поэтому продолжим занятия в этой серии. Так, гениев случайно тут нет никаких? Прям таких, чтоб умничка-разумничка была. Деваха прям ух, какая. Так, или сильную бы хотя бы тоже найти. Нету. Давайте уберем нашу культуру. И посмотрим. Так. Во, сильная девка. Блять, 3 года. Простите за выражение и мой английский. Это тоже 5 лет. Плохо. Гениальная девчонка дала бы нам гениальное потомство. 5 лет, то есть ей в 16, еще 11. У меня он совсем старый будет. Нафиг не надо. Давайте искать дальше. Так, так, так. Нету. А жаль, а жаль. Придется брать простушечку какую-нибудь. Обычную простую деваху. Ладно. Будем по наклонностям смотреть. Лучше всего в управлении. 26 лет. 26 лет. Так, вот, 18-летняя красотка. Давайте вот эту, наверное, возьмем. Конечно, ну, не совсем такая супер красотка. Но зато нам добавит в управление и в интригу. Прекрасно. Пофиг, что она не из благородных, зато мы. Так, нет, люди уважают богатство, получит 10. Давайте денег. Привезти, что у меня есть. А с деньгами туговато. Так, ну что, женились, да? Все, отлично. Сразу 10 провинций могу себе прибрать. Личных провинций. Это тоже круто. Ну вот с войском у меня понты. В прошлой серии удалось довольно-таки мощно посражаться. И как результат, мы потеряли воинов. Мадьяры нам на своей территории дали такого мощного пинка, что наше войско просто сбежало. Крестьянское восстание. Охренеть. Поднимаем воинов. Блин, сразу вляпались. Черт. Ну ладно, хрен с ними, пусть сражаются. Эй, вы вообще кто такие? Лучники. А где мой князь? Неужто князь получил люлёк? Так, объединили. Ну-ка, в путь. Дорожку. Нету. Ага. 1000 воинов. Нам же сейчас просто дадут по хребтине. Тут в основном легкая пехота, зато у нас, блин. Так, ну давайте, объединяйтесь, объединяйтесь. Ух ты, тоже восстание какое-то. Так, отлично, сейчас наши данники подтянутся тоже. Давайте, подходите. И мы сейчас накидаем им прям полную шапку гвоздей. Нифига, 1800, уже больше, чем у нас воинов. Вы издеваетесь.
Куда идешь? В Тверь? Ну давай, иди. Иди сюда, к папочке. Надеюсь, придурки мои соседи подсоединятся. Нет, не подсоединились. Эти просто сбежали. Так, отлично, мы сюда. Так, деньги мы теряем не так бешено. Да вы издеваетесь, что ли, еще? Видали, да? Еще восстали. Сволочи, блин. Еще и в плюсе оказались. Так, ну вы не можете научиться многому, борясь. Угу. Тренировки. Так, вот это кто? Да, давайте с ним. Давай, давай, подтягивайся, подтягивайся. Мы, видишь, уже тут это... Лев получать начали. Так. Крестьяне начали отхватывать. Прекрасно. Все. Получили. Догоняем и бьем. Бьем, пока не убьем. Прекрасно. Куда? Тверь. Давай, давай, давай. Догнали, друзья. Смотрите. Теперь Переославль опять идет. Догоняем. И мочим. Опять же. Паршивца этого крестьянского. Ну и догоним здесь. Добьем. Добьем. Маленько осталось. Совсем чуть-чуть. Так, отлично. 100%. Отлично. Все, распускаем. Наших друзей всех. Всем спасибо, все свободны. Так-так. Что у нас тут по плану? Кстати, о технологиях. Тяжелую пехоту надо качнуть. Конницу обязательно. Застройка храмов пусть будет. И фортификации. Практика торговли. Ну, все можно качнуть по единичке. Дворянство обязательно. Религиозные обычаи тоже. Нормально так развились. Технология прет. Мы растем. Сильнее становимся и круче. Так, что у меня там? Так, признаем то-то. Государство земель будет разумным. А вы охренели, что ли, а? Друзья, у нас тут восстание. Очередное. Давайте-ка организуемся. А, блин, нельзя. Так, получает независимость. Да хрен вам. И поднять надо племенную армию. А чё я не могу? Всё могу поднять. Да вы издеваетесь? Ещё и восстание такое. Да у них, в принципе, тоже войск не так уж и много. 1000. А давайте поднимем все-таки. Оп. Вот так вот, да? Ага. Съел, да? 3000 народа. Это тебе... Не сиськи мять. Оп, и все. И попался, кто кусался. Куда прешь? Владимир. И я куда? Ох, полетят сейчас головы головешечки. Кто пришел на Русь матушку? Соколики мои сейчас тут всем
по головеночке-то настучат. Чё, разделить не могу пока? Ладно. А то ишь ты, набирают тут силу, силушку. Против нас, богатырей богатырских. Так, ну давай, давай, давай. Мужики, не подведите, есть. О, ха, круто. Помер. Все, распускаем. Распускаем. Так, кто? Где? Произошел развал, как вы видите. И зачинщики обломались. Так, 97. Вы гоните, что ли? Короткое правление, средняя организованность, чужая, кстати. Высокая организованность у нас уже давно должна быть. Я просто забыл, что надо ее продвинуть. Опять... Собака тут серая. Козни строит. Не успел я дать под шапки. Блин, зря только престижа грохнул столько. А между тем войско у меня всего лишь 1500. Ни о чем. Вообще ни о чем. Это даже не воины, это... Тьфу. Так, давайте-ка мы здесь что-нибудь построим. Вот построим немножко легкой пехоты, чтобы побольше было. А то ужас! Так, сегодня, гуляя по крепостной, мне захотелось войти в одну из башен. Вот уж повезло застрять в дверном проеме. Не в силах пошевелиться, мне пришлось просить о помощи 4 слуг, чтобы они меня освободили. В кого приращ, отныне жареные поросята на ужин. Так, это башня. Хм. Вот, блин, депрессию словил теперь, скотина. Опять помрет раньше времени, а у меня и наследников нет. Черт, черт, черт. Не есть гуд. Так, что у нас тут? С войском потихонечку растет. Так, эти работают, а если кого получше, нету никого получше, отвратительно. Надо бы приглашать начинать с соседних земель к себе каких-нибудь правителей. Так, плюс рубль 36. Ну, нормально. Пока нормально, но мы с такими успехами в большую денежную... массу вряд ли возьмем. Придется ждать. И ждать долго. Но, ладно. Так, чтобы стать великим бойцом, нужно быть в лучшей форме. Ваш великолепный, великий путь начинается в местных лесах, которые для... Ага. Вперед! На пробежку, правильно. Нехер быть жирным. Глядишь, и от трусости. Отлично. Круто, воин. Так, где он? Воин. Восстание подавлено. Прекрасно. Ва-ва-ва. Круто. Растем. Это просто супер. Мужик мой растет военный. Только он как-то поздно начал, в 37 лет, до этого будто не мог. Что ли? Непонятно. Так, ты че еще не беременна, блин, а? Вроде похотливая, но ни хрена не беременная. Должна быть уже в залете. Так. Семьдесят три монетки.
Даже не знаю, куда с такими бешеными деньжищами-то пойти. Ну, пока не набрал силушку. Враг наш позорный. Посмотрим дальше. Что из этого выйдет. Вроде пока нифига. Тормозится все развитие. Даже и не знаю, как и продолжать. Черемисы. Интересно, конечно, с ними побиться было бы. Но войск, как вы видите... Ух ты, 2300 уже. Вот, живем. Живем, народ. Так, а я могу уже гвардию поднимать-то, а? Еще гвардию не могу. Жаль, жаль. Отлично, лагерь был построен. Фракция. Еще один присоединился. Сила растет. Вот он ты, в Костроме, да? Ну, как вы видите, много здесь чужих вассал. Сами понимаете. Но посмотрим, время покажет. Так или иначе, где кто кому по шапке надает. Так, Киев. Что-то отбарабанили киевское восстание, смотрите. Нормально так. Ну что ж, друзья. Я думаю, мы с вами, как всегда, увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.